Ну и зачем мы тут? Господа, я вас собрал сегодня, чтобы обузить компендиум. Компендиум? Как в прошлом году? Ты нас собрал, говорил, что знаешь новую мету, знаешь изистраты для обуза, а в итоге у меня, сука, 1К ММР. Знаешь что, братан, иди нахуй. Да нормально, все будет. Я смотрел НСа. НСа? Но благодаря его фишкам Тор все еще на 1К. Они работают. Ну и как они в пабе? Хуй его знает. Ладно, ребят, проехали. Меня в этот раз возьмете? Слоты кончились. Не кончились. Тихо, блять. Но ведь они и вправду есть. Нас ведь всего четверо, поэтому пускай идет с нами, вы чё? Мы не будем брать в пати Руинера только потому, что она твоя девушка и делает тебе по сосаку. Иначе я ливаю. Медовая ЦМ тащит соло. Ну-ну, как же. Вам просто завидно, что у меня есть девушка, и она играет в доту. Хейтеры ебаные. Короче, я бустану твой аккаунт всего за 5 косарей. Окей. Да нет проблем, братан. Ладно, я пойду. Здорово, лоу-ПТСное быдло. Оу, братан, здорово, как там фишки НСа? Надеюсь, все хуёво. О, мисс тащу на Мартре. 2.17. Дамы и господа, бабушка подарила Кэпу на днюху 20 косарей. Это дебил их задонатил, и теперь у нас есть голфишки. А где этот? Ну, блять, стример наш. В школе еще. Ёбаный школьник. На кой хер мы вообще с ним водимся? Кто-нибудь не объяснит? Этот дебил пересмотрел Папича и катает только на ВК. При этом из 10 игр 9 он жестко сосет. Ну, чё мутим? Кэп и Тор не хотят брать вдову в стак. Да ну нахуй. Интересно, из-за чего это? Из-за того, что она девушка, или из-за того, что она первым слотом собирает дизоль на ЦМ? Совокупность этих факторов. Зачем харасить человека, когда можно просто объяснить, как играть? Вот это авторитетное мнение. Давайте-ка послушаем игрока пятой роли. Я считаю, что надо дать ей шанс сыграть в харде, например, на Аксе. Прекрасно. Скажите, этот куколд вообще в своем уме? Великолепно. Слушай, братан, у меня есть к тебе предложение. Давай ты будешь нашим капитаном. Ну, ты будешь как соло, там продумывать пики, баны, страту нам придумывать. Угу, рофлишь, значит. Вечер в хату, часик в радость, братва. С вами снова Ник. А вот и наш лоу-ПТСный 1К-стример, пацаны. Вообще-то я создаю контент, а не просто просиживаю жопу, как вы, идиоты. У меня почти 100 подписчиков, и вчера мне задонатили полтинник. Ну и какой идиот это сделал? Мамка твоя! Ну а чё? Смешно же и вовремя. Ребят. Ну камон. Озвучивал Хидан. Давай!